Стингер, шериф, стингер, стингер, шериф, ребята, это как будто... Редгарчик-то убил? А время, время? Ой-ой-ой, фаст ретейк! На, на, на! Эйс, 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 эйс! Редгар просто идет вперед! Он фулл опен дронит, блядь! Вадулика, Фитини на резе, Пурпа на джетке, Редгар на Омани, Клауд на бриче и Худи на Киллджой. Против Джентлмейтс, Вейлерс на Омани, Рейс на танк, Бридж, Пиас. Так, у нас пошел выход на танк уже в сайте. Пизда, Такас убивает Редгара, Худи убивает на танка. Худи разменивает, Такас уже минус 2 дает. 48 хп у него, 3-4. Клауд, Пурпа и Фитини. После флешки выходит, Афтершок дали. Второй Афтершок дается Фитини. Пытается что-то сделать. Ой, как пострелял, Вайлен, Лукавадра разменял. И минус Фитини, и остался Семен. Первый раунд для М8, ребят. Ну вот этот сетапчик, кстати, который Никитос Деркич постоянно делал, когда мы на спите были. Но это жестко. Сейчас спита нет. На самом деле, вот спустя 10 дней, после того, как сплит убрали, стан, Клауд промазал, и тут... Ой, ебать, всех убили. Семенчик на одного дэшнулся. Попытается еще убить, но трудно. Идут через КТ на А. Стан от Клауда. Убил одного. Его сразу разменяли. Семен Велба чекает КТ. Но должен убивать Омана без шансов. Ой, он по ближней стенке будет выходить, да. На короткий он взял прицел. ТП-шка в сайт полетела. Фитини на одного хоть пизда. Твою мать. Редгара. Тоже пизда. Ну чё, ребят. Худи, 1-3, 1-2. Так вот, Собрича его ёбнули. Пиздец. То, что они Киллджой пикнули на спите. Флешка полетела. Так, Ас, фейкует, а у нас здесь понимает то, что здесь три игрока. Будет выходить, серьезно? Пизда, и минус Семёна ТП. Да ну нас, мать. And I'm not sure what Purple could have done. Three players on the other side of the map and walking into the B site. Редгар на флешке стоит. Два молика есть, Худи на Хевене, на Рафтерсе. Худи, пизда. Понял. Первый раз миночный чат. Знали такое поговорку? Я вам раскрою секрет. Это все план, это часть плана. Это часть плана по... чуваки, есть шарящие, почему невозможно нигде купить ламзу Майя? Ни в ДНС, ни в Озоне, ни на Вайберес, бро. Потому что сейчас июнь. В прошлом месяце мог купить. Смотрите, фейковый ТП, и они думают тоже, что в КТ. Очень много прешера, смотрите, тайминг словили. Но Фитини... Ёп. Well, he has spotted where the push is finally going, oh but they've already got the kill into an afterplant situation anyway. Whalers still has an idea that there could be someone at the back of the site. Goes the wrong way, nice shot from Purpo. Gonna equalize things for now, his position on the site has value, but everybody else is playing from heaven. Кадавра. Ебать. 9-0. Кузи. Кадавра уже минус 3 дает. 2 в 3. Да ну на... О, Редгарчик. Заспотал. На флешке встал. Ух. НТшка. На, на. Я, он не считает типа Waterfall. Ого. На! Не, ну Семён ебашит вообще. Жестко. Ульта от танка в КТ. ТП-шка от Редгара. Ой-ой-ой. У Натанка не, что-то не так по реакции. Пошла. Хорошо.
своего типа ультует Фитиня, респект. Сион такой, спасибо за ульту. Так, знаю. КТ смотрится хорошо. Ой, завифл Семён. Йоу, мы проиграли. Пошла ульта, пасту. Да, ебать, ну... Как так можно попадать вообще? На М8. Клауд убивает Акаса. На танк убивает Редгара. Да ну нахуй. Семён промахивается. Ваза. Ой, смотри, они уходят. И ультуют никуда. Минус лаут. Не, на танку. А время, время. Аптершок есть. Сосать, блядь. Пипсон говорит. Ебать. Что за хуйня, пацаны? Что с вами, бля? Опа, пошла, пошло. Импрессия какая-то. Так, показывает он длину моего члена. Примерно вот такой. Говорит, после игры, если вы проиграете. Хуёво, он 3 сантиметра показывает. А ты типа презираешь, да? То есть ты не считаешь таких людей за людей, правильно? Прямой П. Пизда какая-то. А там культует. Пожалуйста. Редгарчик жить. Чувак перед собой. Это камбэк чат. Ладно, Редгар 12 хп. Пизда. Смотрите эти квадра. Все ловит, все тайминги. Минус клауд. Редгарчик-то убил? Так. Семён, два тапа. Есть дэш, нужно пикнуть. Ладно, ждёт Игоря. Пизда. Смотрите. Even then, it's probably better for him to just go down to the spike. Any damage he does will be mitigated by the fact the half's about to end. And let's not talk about his old orbs. He ain't gonna do well with those. Когда вы смотрите на что-то, что происходит, на какой-то бред, на самом деле это не бред. Это часть большого плана, который Giants придерживает. Их задача сейчас максимально, ментально расслабить команду М8. Так сказать, почувствовать. Чтобы они почувствовали, что у них все получается, типа замена, произошла все классно. И после этого Giants включаются. И просто вот всю менталку, все. Так фишка в том, то, что Семён пикает амейн. Он занимает амейн соло. Они четвером потом доигрывают на Б, но что-то не получается. Если бы я играл на чемпионсе, когда бы что-то сказал? Семён, долопан. Фитиня просто умер в флеш, в хаешке. Вейлендер слева, но его не, о нем не знает. Т- берет у нас Клауд арбу и отходит. Семён на 50 хп, 4-4. There's really no need for them to move. B is going to be anchored down, and GX are walking straight into it. Still, they'll have the numbers advantage. Полетел выход. Худи убивает кадавру. Бияс. Одного. Размен. Семёна тоже разменяли. 2-2. Ебать. Дурига. Я говорил, то, что Giant X — это такая команда, даже когда у нее не идет игра, она все равно заберет свой раунд. Не будет никогда легкой прогулки, не будет никогда 13-0. Вот такая хаешка тебе залетела, братанчик. Сейчас камбэк! Стингер, шериф, стингер, стингер, шериф, ребята, это как будто...
Как будто бы какой-то массаж тайский. А здесь на троих будут входить флешка ебанутая, ФТП от Редгара, ничего-то не повезло. Вейлендерс уже двоих убивает, бьется еще одного, на танк с классик убивает и Пурпа, один. В ноль. На самом интересном. Ну, ребят, такая судьба. Я вас предупреждал, что... Так, кухню, ну, неприкольно смотреть. Я вас предупреждал, сука. А вы говорите, верни. А не вернется, блядь. Человек живет один раз. Если он умер, все, его не вернуть. Нужно это принять. Все, ёбнули уже. Кадавра... А, Кадавра с Радархаком играет сейчас. Это невозможно, я понял. И флешка еще. Ладно, я чуть. Как это возможно? Что за гений? А как так можно каждый... Он на сплите такие тайминги ёбнутые ловил и сейчас? Ладно. Не пикай! Ладно, худи. Куда? Реально вопрос, почему взял 7700 X, а не 7800? Я это брал очень давно. TG не было, что ли? Походу реально не было. Минус Семен. Что происходит? Ой! Хороший. Хороший рехит бэксайда, 2 в 4. Пачку поставьте, молю. Is this now worth a save? Having an operator in a retake and a guardian definitely not ideal. Bam. Oh, but the first shot landed. Might make it somewhat doable. They'll stick around. They'll look for more over peaks, more mistakes to be made on the GX side. Now that hasn't come through, but when the smoke fades, it does. The swing is good from Kadavra, and now we're left to 147 HP as the ult is popped. Takas in for the retake with three kills himself and Kadavra. Ну что, ребята, что же я вам говорю, ребята, это все для того, чтобы разбавить обстановку, сделать игру тяжелой. Это все для тренировки, ребята. Не забываем то, что команда Giants уже все подумала, ребят. Все наперед уже они знают. Сейчас Смолик залетит. В Excite такой выход они покажут, вы не представляете себе. Смотрите, ТП-шка. Они узнали. А что там? Видите, да? 3 в 3. Ситуация. Ровная. Семен убивает. Все. Ребят, 2 в 3. А Giants это такая команда, которая делает работу над ошибками. В прошлый раз 2-3 было, помним? А после первого раунда идет второй, ребят. А после второго румки идет третий, ребята. Главное не закусывать. Стан залетел. Что-то залагало в моменте. Но здесь Худи! И Семен! Молодцы. Это новая мета. Чел колет на у джентльмейс. Так, ребята, ёпта, давайте мы сделаем так. Вот этот дефолт 2-1-2 сыграем. Ага, и ты сейчас даешь ванвейчик, и мы перезанимаем мейт. И естественно, такой, как тренер сидит. Слушай, вы чё, долбоёбы? Чё ты колешь на? Берет быстро тайм-аут. Говорит, ты, мразь ёбаная, что ты здесь забыл, нахуй? Сейчас пойдешь в поле работать, я тебя достал. Ты, нищета ёбаная. Улетел флэш? А! На! Это Игорь, блядь. Фамилия Редгар. Отчество наш. Пизда. Блядь, это Кадавра, это пиздец. Ладно, Худи, 1-2. Да ну нахуй, блядь. Это работает, у них, они взяли Кадавру, он просто две игры подряд, 2 КД. Чек МПС. Человек играет нечестность. Так, ну что здесь, пока что непонятно.
Втроем просто в маркете стоят. Пошла ульта. Худи, пожалуйста. Хорошо. Что? И на хаешке встал. Худи. Ух! Третий раунд для Giants. Молодцы. Хороший флеш, Худи. Вообще троих убили на миду. Молодцы. И остался кадавра. Это они выиграли первую карту без шансов, даже не почувствовали, что такое, типа, ну, борьба. А сейчас им навязывают борьбу Giants, а когда навязывают борьбу Giants, они сильнее. Ребят. Минус один. Семен. Редгарчик двоих убивает. На! Кадавра сейвит. Так, полетела у нас малышечка дальше. Ох, не фартанул, чуть-чуть, жес. Ванвейчик залетел, кадавра. Опа. Ребят, Джайнтекс это выиграли, ребят. На третью карту пошутите. Сам ты веришь, я в Джайнтекс верю с детства, ребят. Смотрите, здесь Семен и Клауд. Раз. Два. Я же говорил. Вот они вдвоем лежат. Братья. Very few gaps for the mate side, and in a 5 versus 3, one suppress. No need to worry if they decide to group and execute the site. You've got the numbers to fight back. Смог хуёвый. От Редгара. Пятый раунд, для After my cloud stint, we became very good friends. Nonetheless. Что ж, не летит у Семена. А, Беллерен всех убил. Они всех убили просто КТ. Ё-моё. Худи и Редгар, 1-2 в 4. Флешка залетает. Чел на Умане, они, наверное, просто ждать будут. Не, они просто пикают его. They now know exactly where he is. He's being flanked as well. He's going to try and make it into the smoke, but even that will be given away. And Whalers is going to be there for the triple. That little bit of tickle damage. Не спи, там же твои играют. Ну, мне написали просто. Я быстро чек. You know, that was the plan from the get-go. They were looking to put the dizzy through, but Cloud delays it a moment. Now it's on its way. Ой-ой-ой, fast retake. На! Худи просто всех размотал. Семен еще на танка ёбнул, и Клауд последнего добирает. Вот и все, ёпта. Players absolutely everywhere. Maybe an opportunity to isolate Redgar, but they are split. That first shot from Redgar, bigger weapon to work with, 80 HP, and he'll stay. Redgar farm. Andaluthia flawless back to back for GX. They've got the lead. Сейчас камеру откроет, там трапа. Utility is now in the way as well. So him getting past this isn't going to be. Да, все, Бияс будет просто по контакту Олман играть. Кавадр убил одного, Бияс пикнул, Фити не убил, пизда. Что нахуй? Оверротейтит просто, пиздец. Он мог трапу перепрыгнуть? В смысле? Семен, кстати, находит кадавру, смоки убивает сразу же. А кадавр это у нас человек, который 2 КД вторую карту ебашит. Какая сторона тут сильнее? Здесь атака сильнее. На 50, на 3%, на 4%. Ну не так много, здесь в Валоранте все. Сейчас уже такая мета, то что здесь все от пика зависит, если честно. Перепрыгнули? Что Худи делает? Худи, сзади! На танк? Ой, хорошо, Семен даже убил, пачка. So expecting the two versus four seems unlikely. But GX though, again,
Фаза дает смог. Будут под флешку походить. Не будут никого ждать. Редгар хороший. Ебать, попали в него. Кадавра, куда ТП в КТ? Он станет, кстати. Второй смог кидает. Ой, второй ТП смог свой дает. А тут Сайфер. Если он в лике убивает прича, да, он на мумзе убивает прича, ситуация 3 в 3. Клауд, нужно что-то сделать. Ёбаный рот, блядь! Что за как это возможно? Как это можно было залить? Почему? Почему Клауд налево? У тебя же типа максимальное везение от типа было на натанке. Кто играет в Valorant? Кто знает? Друзья, в этой игре Эко играется вообще? Да, играется. В основном в начале половины играется. Потом, если через первый армор ты играешь, и люди не обусят аутлоу, то ты можешь почти всегда закупаться. Хороший ульта. Убить? Не успел. А, 2 секунды, не успеет! Я даже не понял. Ебать, опять время. Работает на руку Giants. Молодцы. Тебе док. Ой-ой-ой, приняли его. За наглость. На танка чекать. Хорошо, еще. Хорош, Кайрюха. На, блядь! Эйс Клауд. Ну, энтер. Надо было... Почему Худи не пикал? Почему Худи не репикнул? Ну ладно, вот хотя бы здесь вдвоем пикнули. Почему Худи забайтил просто Клауда? Ой, кадавр жестко подвился. Редгар убивает нас на танка. Кадавра еще одного в фитине. У меня такаса. Кадавра еще одного убивает. Редгарчик тоже ебнул типучка. Yep. Обновить прошивку. Да ебаный, сука, вебка, блядь. Почему она постоянно хочет налево смотреть? Getting both those kills. The first he was full blind. The second he recovered his vision. Ah, 3-3. Seeing a hail of bullets coming his way. That's made it doable for gentlemen. It's beyond doable. Пожалуйста. Winnable. На танк. Ёбаный сука! Как это возможно, блядь? А это возможно. It looks like he'll meet a similar fate, walking straight into the trap too, and he still hasn't broken it. Ладно, ребят, на самом деле Giant X сейчас просто берут раунд и все, ебать. На, нахуй. На, Семен просто такой говорит. На, ёбаный рот. Нахуй мне ваши, блядь, обилки. Я просто пик, то убью 2 килла, дам все, 3 в 5. Это невозможно, въебать. Ёбаный рот, ёбаный сыр. Берет арпу, все, есть ульта на ретек. Все, пока, говорит Семен. Редгар, ты... По контакту? По контакту стан будет. Ульта! Сука, эйс, блять. Эйс! Редгар просто идет вперед! Какие крутые вы, а? М8. Во сколько еще вы флешки въебете, а? Пожалуйста, Худи. Встань, человек! Ну ты КТ! Почему ты смотришь демки Джона Пи? Скажи мне. Убить? Хорошо? Хорошо! Соло, давай, на нахуй! Этого тоже, блядь, гаси! Он в ульте, Худи, стрелять! Что вы делаете? Хорошо. И в один. Hunter's Fury online reveal thrown through. Nice shot to start this off. Still doesn't want to use the Hunter's Fury. They can push him down the second he does. Because of that GX finally the A site and the tank is the one with the challenge. The flash popped through, but почему мы вообще видим сплиты бриз, которых нет? Минус пятиня. Атака. Ну ладно, Семен, пожалуйста, 40 на джетке. И все. Ой, классно. По одного убил уже. Дальше.
Ой-ой-ой, на танка накосит 22 хп у него. А что ж такое? Куда? А почему вы пикаете, если у вас Редгар в спине? А зачем ходит пикал, если у него Редгар в спине? Ну, Игорёк, то, что Саутлоу так, конечно, ну... Шел ревил бэксайд. Флешка. Пиздец. 2-0. Он пролил на себя. Кадавра что-то на себя пролил сейчас. Всех паузу. Все виляло слово, походу, да, плохо было. Такас в спине уже. Такас Худи смотрит. Есть флешка. Эдгар убивает Бьяза. Ой, 4 в тело, никто не вечен. Это сейф. Так, это Телик, это мапа? 52 на 48. 52, кстати, реально. За атаку больше в раундах. Так что, ну, считать это атака, мапу атаки, ну, я не знаю, 52%. Если это мапа атаки, 52%, то возможно. Ой-ой, какая флешка, Семен убивает еще одного, Тандат разменивает двоих, но... And a 1v3, no information on the other two players. Now just seeing where Viper is with the snake bite. But they haven't yet located Bayaz. And now, well, now he knows we're all three. Loves to play towards the elbow. Different flair. Такас занял middle вот здесь вот. Боря. Пошла ульта от Фитине. Трапа. Трапу почему? Не так. А это типа фейк. Трапу, кстати, так, ну да. Редгар лево чек. With the player still up so close. Yeah, I think he was trying to just catch a timing on rotation. Семён almost managed it. Ух. Нельзя здесь Семён убирать. 5-5 ретейк будет. Ё-моё, 5-5 ретейк, Худи один в сайте. Ревил залетает, ревил сломали. Ой-ой. А вторая флешка. А второй флешки нету. Худи нужно просто, ну, одного убить, это уже хорошо будет. Просто пожить. Но Худи умирает. Потому что он почему-то спиной стоит. Пяти не убивает на танка. Семен убивает еще одного. Пяти не разменивает. Бияз. Убивает Клауда. Да. Into a winnable position, but they need to get on that spike. They need to pull players away, and now Redgar's gone back. A little bit later, but he doesn't manage to land the shots. The time is going to be there as well. Again, another round just slips through the fingers of GX. It's always by the narrowest of margins. Big play out of Bayaz. Что могу сказать я вам? Могу сказать то, что не повезло чуть-чуть не дожали. Giant X. Чуть-чуть я минутку молчания, так сказать, оформил. Ульта от Бияза, хороший у нас скилл. У ворота команды Giants. Питинио убивает Кадавру. 52 счетный. Ой, смотри, что делает. Такас убивает Клауда, смог, Киджу. Обдрафты убить Элба. Как мужчина. Посмотрите, какой тайминг уставой. Мисклик. И все. Все, что я сделал. Убить. ТП-шка есть. Ладно. Фитине убивает на танка. 4 в 5. В большинстве. Есть ульта. Пошла вот такая флешечка.
Раз. На, нахуй. Вот он. Игорок. Без ошибок напиши хоть раз. Ох, пошел фарм. They didn't risk those weapons for the round win. They might not be able to secure them nonetheless. Yeah. Time ticks. My eyes are Cam spotted. And now a bit of danger for Bayaz. Да, Игорек, кто понял то, что ему лучше не тратить ган. Пять живых — это очень хорошо. А кого я мог еще? Ой-ой, не регает. Ну не регает же с этого ебаного говного вандала, нет? Бияс просто Редгара убивает. Ой, Порпо двоих убивает. Дэш есть? Дэш? И полотели. Ой-ой-ой, Фитиня-то здесь тоже, минус 2, и все, и кадавра один. Позицион. На! Хорошо. Я быстренько в туалет. Здесь 4 игрока, и они фулл ретейк играют на Б. Они читают полностью. Нет, нужно канцелить этот выход. Вам дали ревил, Молик, Кая, Молик, Вайпер. У нас нет информации, где Йору находится. Как минимум 3 потенциально. Но на самом деле Молик отдали. 2 Молика отдали, это хорошо. Хорошо, это значит, что можно рехитать, но М8 не собирается. Не собирается ротацию делать какую-то. Кая у нас решил тюб почекать. Ой-ой-ой, как же повезло Радгару. У Пурпа 7 хп, может. Fitinho's been doing that quite a bit, so denying the space that he's been taking. Definitely helped them out. Low HP for Purpo. Getting everything will be tough. And more now Redgar hoodie with 20 seconds to try and get a plant. I don't know if anything's going to be possible. In fact, they're both holding snipers. And this is not the weaponry you want when you need to encroach onto the site with just seconds left. Времени нету, блядь. This round already looks over. It would have to be a mistake. And while one kill goes their way, but hoodie is so desperately low and doesn't know the Whalers is still there. Mates back on the board. Even if he kills Whalers, he's quickly on the move, hastening those flanks. Taking control of mid, but that's an area that has been conceded. It's not somewhere that they're exposed to on the site. Полетел у нас ревил, дэшится у нас Пурпа в сайт, у него ножи есть, но он не заюзал. Редгар уже с ДД должен убивать одного, его разменяли. Минус Клауд, минус на танк убивать все. Почему так стенку пикаем, мы не понимаем без ничего. Нахуй? Да это стенка. Ладно, 7-5. Да, он заколил своей команде, но смотрите, Сайфер что делает. Таймик ловит, Худи! На поцелу пацанчика, шоковая полетела. И у нас будет ретек 5-5. Кадавра. Троих встретил, везде получил. Сказал трое. Смотрите, что Сайфер делает. Очень лейт люрк от него будет. Пошел на спитейк. Стенка открывается. Бияз знает то, что он в упоре. Там на танк убивает на Худи. Убивает Редгарчик у нас Бияза. Чел на Такасе. Пизда, моя женщина широкая. Хорошо? Плохо. Хуя чё? Клауд убил Вейла, 4-4. Покажите нам Редгара. У него гост, ребят. Флешка от натанка. Кадавра опять то же самое делает. Ух ты ж, Блад. А чё так сделал? Просто решил гампести, скорее всего. He's had a fantastic game. 15 and 7 on the KO is something that you kind of think. Sorry, 16 and 7 on the KO.
С тобой на П. Худи с Клаудом будет у нас вот это. Двойка. Принимать сейчас команду М8. Просто прямой. Я ставлю это шоковое на... А трапа полетел, у нас ревил. Ой-ой-ой, блядь. Что ж так игра-то не идет, я не понимаю. А? Что, блядь? Он full open дронит, блядь. Как вы им проигрываете? Эдгарчик, чек мне право. Дэшится Семен на танк. Ебать, Киджа охуенно от игрока в тайминг. Тут, конечно, доля рандома была. Но кадавра это выигрывает. Нет, слава богу. Накаркал специально. Хорошо, 9-6 пойдет. Бай раунд выиграли, есть шанс. Люкшин, привет. Серия, да. Это человеческий фактор. Даже сильнейшие могут ошибаться. Просто обычно у сильнейших удача на их стороне. Ебать, на танк просто на ходу попал. На пяти не разменял. Почему он чёрт не прочекал? Ладно, там есть трапа, но... Смотрите, Такаса. Спать тайминг. О, какой тайминг! Убить! Найс, нахуй, Фитинья, блядь. Знает то, что вайпер в тюбе, сломал он трапу. На, нахуй. Игорёк понимает то, что... Ребят, Игорёк забирает этот раунд. Соло. Это сейф, ладно. 9-7. 15 seconds though, there's no time. They took in down below. Uncouth saving position. And that's the thing, this just looks like a round that was, well, very well played by Fitinho, but slightly overplayed. Ты чё, Лук, уважаешь? They got themselves into the site. Я к ним не пристаю. Had an attack on the deck, basically taking away everyone's utility. And because of that TP away that didn't really spot anyone rotating, they made the assumption that they're not doing the same sort of pushes we saw from the side of Gentlemates. Ну это будет точно. Ебать тайминг. No real need for a rotation. Just getting into a passive position and now has that info. But they got 15 seconds timing. Из-за этого сейчас ебать раунд, я просто плакать сейчас начну. Ладно. Сегодня без слез. Каким-то чудом всех убить. Хорошо. Очень жестко. Все, 3-4. Просто подождать своим типам. Этого нахуй еще. На косу в голову дал, ебанул просто. Все, 20 кп у кадавры. Вейлендерс, ой, Вейлендер, говорю. Вейлерс, Сайфер, Мэнни, Такас, просто ебанули без шансов. Хорошо, блядь, вот это ресейт. Охуеть, там просто запрет включал, стрельнул. На, блядь, Фитиньо опом просто дал, ТП надал. Добавьте это слово в... Ну, вы поняли, да? Как это называется? Список запрещенных. Think about when they have got to big events. He has been nuts. Like, Locken, he had some crazy performances. Спасибо большое. Just feels like seasonal play, week to week. We didn't get that value out of him. Big battle coming up. Purpo's the one to win it. With that shuts down any idea for mates to go pushing up on mid. But that's the thing. I think this dynamic as a setup is really nice for them. You have the absurd aggressiveness of Fitinho. Бизнес совет, срочно выкупать ставку или Giant X закроют. Мне ставят стоит Giant на Giant X, и я ни разу не сомневался, что они выиграют. Не продавай. Они выиграют. Flawless for the Spaniard as he'll take his third kill of the round, move himself even further up that board. And right now, well, I don't even think
The Gentomates need to get the direction though. They're leaving this man here. Look at where Hoodie is. He may even just accidentally step on his head millimeters apart without even realizing. And actually, Cat is going to be the one to get his kill. It means that this position still hasn't been revealed. Почему Редгар не прыгнул, ДД не чекнул ни разу? They're trying to find Rekka. They're trying to find the man on the back of the site. Oh, that's a good connection. Oh, the second burst didn't hit, and the push through from the tank. Ooh. He will get a second chance at Cloud, thanks to the Hunter's Fury still active. Да ну нахуй! Oh, what is that double? They were ready for him. Ультанула Вайпер, Кай в упоре. Знает то, что он на стерсе где-то. Operator in hand with a blade storm to use, it could help to get through that pit. Хорошо. Blade storm is the first to find a kill in the tank. Кадавр просто смог убить. Увидишь? Ебать! Просто Семён, Семён, лево чек. На ну нахуй, они это выиграли, блять. Почему Семён просто с ножами не туда-сюда не смотрел? Что за хуйня? Ему сказали, что у Йора будет ульта вместе с Биязом на next round. Потенциально 11-11. Кадавра в спине. Флешка охуенная. А стрельба похромала. Лосовы, пиздец. Пошла ульта. Пока. Но Семён убил двоих уже? Хорошо. Дакас убивает Клауда, пизда. Да каким-то чудом. Как этот раунд забрать? Не знаю. 3 в 3. Чел в спине. Ловит охуенный тайминг. Но Стетини убивает Такаса, потому что такова жизнь. Ебать, хорошо. Пострелял Сайфер. Спасибо тебе, братан. Семён минус 3, молодец. Все, Фитиня к своим пацанам пошел и 3 в 1. Так, Бияс. Ну что делать? Типы 3 по контакту. На, нахуй. Семён минус 4. Респект. Молодец. Чат, а я вам сказал, что? Кто помнит, что я вам сказал на первой карте еще? Что это все психологическая игра, Giants. Кадавра убивает. Ебать. Редгар даже не понял, что произошло. Он убил еще одного! Да ну нахуй! Ебать, он даже сам не поверил, что что такое возможно. Минус Худи плюс Сайонара, если что будет. Каким чудом? Если ему 18. It's Kata's position. It's so beautiful, the timing. He's been reading his opponents all series long. And this could be it. Fitinho down, and he retreats. Buying that little bit more time. Holding on to dear life in this series. And they win at least one more round. 12-11. Они идут к тебе. Игорь, они идут к тебе, Игорь! 5, нож, опять ему пизда. Трудно будет ему отдать. Ой, Клауд убивает Вейлендер и просто, просто жить, Игорек, жить! На нахуй! Ульта есть, все! Бля, это сценарий, чат. Лагает. А что же за лаги? Ладно, не залагал, нормально был. Ух, блядь. Молодцы, Джанты, с небес. Не без ошибок. Please take me home.